niin, kiitoksia Rene Nybergille ja sitten mä pyytäisin tänne seuraavat. Спасибо Рене Нюберг и я прошу садиться участников следующей панели. У нас проблемы с графиком, потому что министра Набиуллина, она участвует в мероприятии, где Юси Пессонен должен присутствовать. Так что прошу вам садиться, а также прошу представителя Иркутской области. Он тоже должен был прийти. Так, садитесь, пожалуйста. И я здесь выступаю в качестве заместителя председателя или модератора, потому что господин Райнер Хегблум от фирмы Pöyry, к сожалению, не имеет возможности участвовать на этой панели, так что меня вызвали или пригласили сюда в качестве модератора. И что касается леса и лесопромышленного комплекса, и вообще вот здесь лес упоминался не раз сегодня. Лес упоминался в качестве задачи, в качестве даже определенной проблемы в связи с пошлинами на лес, который рассматривался утром и в выступлении премьер-министра Ванханена, министра Набиуллиной. Но теперь мы все-таки будем концентрироваться больше на том, на возможностях, которые имеются в лесном секторе между Россией и Финляндией. Что собой представляют те потенциальные направления, где мы можем сотрудничать и иметь прогресс? В общем-то, что мы сейчас имеем, вкратце, это то, что в Финляндии накоплен огромнейший опыт, компетентность по всем направлениям лесного кластера. Мы страна лесов, мы живем, существуем за счет леса, и даже можно сказать, что мы живем в лесу. И, в общем-то, так это и очень четко видно, когда прилетаешь в Хельсинки, что это действительно в середине леса. Лес – это наша жизнь, это очень большой вопрос. А Россия имеет огромнейший потенциал, огромнейшие лесные ресурсы, а там скорее стоит вопрос о том, как более эффективно использовать эти лесные ресурсы на благо экономического роста и повышения уровня жизни населения. Могут ли эти два мира встретиться, где, что собой представляют точки соприкосновения этих двух миров? И, то есть, прошу всех иметь в виду, что Юси Пессонен, у него есть график, и ему первое слово. Так, то есть, прошу ответить на вопросы. Как вы видите три направления, где быстро, эффективно, конкретно лесопромышленный сектор мог бы сотрудничать? Так, спасибо, господин председатель, уважаемые дамы и господа. Это ясно, что лесопромышленный комплекс сегодня действует в глобальной среде. И какие задачи глобальные сейчас стоят перед лесопромышленным комплексом, какие потенциальные возможности, хочу подчеркивать два вопроса. Это первая это задача, и вторая это возможность или шанс. Это повышение конкурентоспособности лесопромышленного комплекса – это всеобщая воля. И те реконструкции, модернизации, о которых говорил утром министр, говорила, что Россия хочет развиваться современные отрасли. Вот здесь как раз лежат наши возможности. И что касается совершенно новых возможностей и шансов, это инновации именно. Это как раз те два направления, которые являются очень важными для лесопромышленного комплекса. И одновременно они являются шансами. И я лично твердо убежден в том, что вот эти два отдельные направления, они могут быть объединены таким образом, что мы с обеих сторон можем найти такие возможности, такие решения, где побеждают обе стороны.
Вот в качестве промышленника я могу сказать, я думаю, что госпожа Анне Брунелла, она будет больше говориться на основе лесной политики и учитывать устойчивое развитие, но в качестве промышленника хочу сказать, что касается деревянного строительства, производства материалов для деревянного строительства, они огромные. Что касается фанерного производства или производства различных плит, новых продукций и изделий, которые связаны с деревянным строительством, даже в мировом масштабе, здесь у нас очень хорошие возможности. Это компетенция, технология, машины, что мы можем объединить. Что касается химической промышленности, возможности химической и деревоперерабатывающей промышленности, тоже есть возможности. И третье направление с точки зрения промышленности – это энергетика. И министр тоже утром говорил об этом. Это биотопливо, биоэнергия и различные биохимикаты. Вот Финляндия имеет большую компетенцию. Россия имеет огромные ресурсы. Например, что касается биоэнергии, биологических видов топлива, энергоносителей, Финляндия в 5 раз больше использует леса для выработки энергии, чем в среднем Евросоюзе. Так что здесь наша позиция очень сильна. 80% биоэнергии, которая производится в Финляндии, это производится как раз лесопромышленный комплекс. Так что перед ЛПК стоят огромнейшие возможности для дальнейшего развития сотрудничества с Россией. И, пожалуй, 3 основных направления, 3 шанса. Это компетенция, объединение с компетенцией с сырьем в области производства биоэнергии. Мы, пожалуй, Финляндия являемся одной из ведущей страной в мире. Что касается компетенции в области осуществления проектов, у нас логистика на высоком уровне, экология на высоком уровне. Что касается сырьевых ресурсов, их эффективного использования и дальнейшего развития этого на глобальном уровне, вот здесь опять же компетенция, технологии, инновации, вот такие направления потенциальные. И интересно еще то, что можем ли мы вот эти локальные задачи объединить с глобальными задачами. Я уверен в том, что мы это сможем сделать за счет новых мер, например, ввиду экспорта леса и развития местной перерабатывающей промышленности. То есть стабильность, постоянство, преемственность, надежность – это важные моменты. То есть технология, компетенция и эффективное устойчивое использование сырьевых ресурсов – это я вижу как 3 большие возможности. Так, спасибо. Если мы продолжим еще немножко с Юсси Песленом. Утром министр Набиуллина сказала о потребности и желании России привлекаться иностранные инвестиции в лесопромышленный комплекс. То есть, если сейчас не говорить о пошлинах на лес, а говорить о том, что надо России сделать для того, чтобы стимулироваться желание инвестироваться и чтобы увеличивать возможности инвестировать, например, наподобие УПМ. Так, что бы вы хотели, сколько моментов вы бы хотели указать, 1, 2 или 3 таких моментов, которые необходимо либо изменить или исправить с тем, чтобы пожелание министра Набиуллиной быстрыми темпами превратилось в жизнь. Во-первых, финский лесопромышленный комплекс уже инвестировал больше 1 миллиарда в России, и это уже не одна компания, включая УПМ. Они делают долгосрочные инвестиции, ищут новые формы сотрудничества. Что касается обеспечения гарантии инвестиций, как правило, международные компании на основе, какие критерии они соблюдают, это все на рыночных началах, то есть для какого рынка мы будем выпускать продукцию. Ну, еще важным фактором является доступность сырья, энергии,
воды, а также инфраструктура – это важная составляющая. Это существенные факторы, когда мы делаем расчеты об инвестициях. Защита инвестиций – это тоже весьма важный фактор. Стабильность, прогнозируемость законодательства – это, пожалуй, основные такие факторы. Спасибо, Юсси Пессонену. Мы вас отпустим, если или когда вам нужно идти. Так, следующий у нас панелист – это ОАО «Светогорск», заместитель генерального директора Лоренс Букер. То есть вы будете говорить по-английски, а у вас переводчик, который будет переводить вашу речь, пожалуйста. Английский, потому что если бы он говорил по-фински или по-русски, никто бы его не понял. Finland and Russia has quite a long history of win-win in the forest products industry. У России и Финляндии долгая история выигрыша с обеих сторон. About 30 years ago, the Svetogorsk mill was modernized and a huge project called Finstroy. 30 лет назад комбинат Светогорский модернизировался с помощью Финстроя, финской компании. And that project was a win-win for both countries. И этот проект оказался выигрышным для обеих сторон. In 1998, International Paper acquired the shares. В 1999 году International Paper купила акции Светогорска. And since that time we've invested over $500 million. И после 99 года International Paper инвестировала больше 500 миллионов. Our latest investment is for a 200,000 ton per year BCTMP plant. Наша последняя инвестиция – это новый завод ХТММ, химико-термомеханической целлюлозы, который будет производить больше 200 тысяч тонн в год. И если мы посмотрим на наши инвестиции, то более 25% были найдены как бы в Финляндии. And so we've purchased about $125 million in equipment, services and engineering just for capital projects. И мы закупили в Финляндии оборудование и запчастей больше 15 миллионов. We also source a lot of chemicals in Finland. Также мы закупаем много химикатов в Финляндии. The port of Kotka, the port of Lappeenranta. В порте Лапенранте. Are all very important suppliers to Svetogorsk. Для нас эти точки очень важны для наших поставок. When I think about earlier was mentioned that the forest industry works on a global basis. То есть, когда ранее говорили, что лесная промышленность работает в глобализированной ситуации. And today everyone's looking at Brazil, Russia, and China. Сейчас все внимание обращено на Бразилию, Россию и Китай. What companies are looking for is predictability and stability. То, что компании ищут, это предсказуемость и стабильность. Something unique in the forest products industry is that we make huge investments that we can't pick up and take somewhere else. То есть, если лесная промышленность или компания, лесная компания инвестирует куда-то, эти инвестиции нельзя быстро куда-то в другое место передвинуть. And so when you invest in a pulp and paper mill, it's going to stay where you put your money. То есть, деньги остаются там, куда вы их инвестировали, так как вот в целлюлозно-бумажном комбинате. And every company wants to invest where they have a return. И каждая компания хочет получить прибыль на свои инвестиции. And I think every company
looks at the old economic theory of the higher the risk, the higher the reward. И каждая компания смотрит на это как больше риска, больше прибыли. I believe that there is a lot of cooperation already today between Russia and Finland in the forest products. Я думаю, что в лесной промышленности уже и сейчас много сотрудничества между Россией и Финляндией. When I think of future opportunities, one thing that I've noticed in the years I've lived here in Finland is that in Finland you manage the forest the best of anyone in the world. То, что Ларри уже заметил, живя столько лет в Финляндии, что в Финляндии лучше всего заботятся о лесах, лесном фонде. The standing timber is merchandised correctly. You decide between a saw log and pulpwood. То есть правильно обрабатываются леса, правильно ведутся заготовки. Everything that you that can't be turned into pulp or sawn timber ends up being burned. То есть то, что нельзя превратить в целлюлозу или в доски, то сжигается. You have excellent forestry management policies and practices. И хорошо хороший менеджмент лесной промышленности. And I think that Those are the intellectual knowledge that can be transferred over into the Russian forest to make the Russian forest much more efficient. То есть это могло бы помочь тоже, перенеся это в Россию, могло бы помочь России более эффективно использовать свои лесные ресурсы. Thank you. Спасибо. Thank you, Mr. Booker. May I put you one short question? If you look at your stay in the Russian market, what is the main asset Russia has to provide for you to make competitive? Российская страна должна обеспечить. Что должна сделать Россия, чтобы сделать лесную промышленность еще более эффективной? Основной сигнал с европейской стороны. Market growth. Which is tied into GDP. And if I think about in 1999, most of what we sold were reels. And today we sell all value-added cut size. So earlier it was mentioned that you want to be in the right market with the right products. We're in the right market with the right products. I think you need translation now. То есть имеется в виду, что мы на правильном рынке с правильной продукцией. Раньше, если это были рулоны, сейчас мы производим офсетную бумагу. And I will go over every answer that. The thing in Russia is the market is growing. You've got a 7.5% GDP growth, and the market is becoming very sophisticated. В России рынок растет очень быстро, 7.5%. Вот, и рынок становится очень умным. And the market needs high quality value-added products. И рынку нужны очень качественные, высококачественные продукты. Thank you. Ja sitten siirrymme eteenpäin ja seuraava. Идем дальше по программе. И на следующий вопрос хочу адресовать Анне Брунилан, которая экономист, она экономист с большим стажем, сотрудница Минфина, и сейчас она является президентом лесной ассоциации Финляндии, ассоциации лесной промышленности Финляндии. И выполняет эту обязанность уже 2 года. Естественно, вы можете взглянуть иными глазами на проблемы и задачи ЛПК, в отличие от руководителей лесного предприятия. Как бы вы ответили на тот вопрос, который я задал Юсси Песунину? Каковы 3 основные проблемы, задачи и 3
наиболее привлекательных вещи для финской лесной промышленности в России, где можно было бы интегрировать, объединять свои усилия. Наверное, мне придется повторить ответы господина Пессонена. Но я бы хотел, тем не менее, выделить три основных, среди прочих важных. Прежде всего, хочу подчеркнуть продвижение устойчивого лесного хозяйства в Финляндии, роль лесной промышленности для благосостояния страны всегда была и остается большой. И хотя в Финляндии достаточно большие лесоресурсы, они все-таки ограничены. Нам в течение многих десятков лет приходилось разрабатывать эффективные решения как по уходу за лесами, так и в области лесной промышленности. И поэтому устойчивое с экономической точки зрения лесное хозяйство, лесозаготовительные работы, лесозаготовительная техника, методы экономического использования лесов можно было бы перенимать российской стороной, этим улучшать состояние лесов и соблюдением экологического баланса, например, путем внедрения лесной сертификации, борьбы с незаконной рубкой лесов. В этом мы уже имеем большое подсотрудничество с российской стороной, однако такое сотрудничество можно было бы еще углублять. Кроме этого, хочу подчеркнуть, на чем остановился господин Пессонен. Дальнейшие перспективные задачи лесной промышленности и роль инноваций. Сотрудничество по этим направлениям с Российской Федерацией. На уровне Европы разработаны научно-технологические программы в области лесного хозяйства. В них задействованы многие страны. Россия разрабатывает свою лесную стратегию. Через это можно было бы найти совершенно новые формы сотрудничества по развитию лесного хозяйства, лесопромышленного комплекса не только в Финляндии, России, но и глобально. А с другой стороны, хорошим шансом является только что созданный лесной кластер. Это куст, в котором сосредоточено огромное ноу-хау. Ведется мощное международное сотрудничество. Естественно, российские партнеры всегда в нем приветствуются. С наукой и инновацией тесно связаны консалтинговые услуги. Здесь, в Финляндии, уже большие традиции, качественное образование в области лесного хозяйства, научная работа, качественная научная работа в области лесного хозяйства, также грамотный персонал. И, наконец, я бы хотела отметить важный, самый важный для лесной промышленности вопрос — это улучшение имиджа лесной промышленности. Нам кажется зачастую, что лесная промышленность — это труба, из которой валит черный дым. Надо посмотреть, о чем мы на самом деле говорим. Очень много энергии, усилий вкладывается в очищение технологий, уменьшение выбросов отходов в атмосферу. А что касается сырья, то древесное сырье тоже принимается по определенным. Древесное сырье принимается также и для энергетического производства, и для переработки в продукцию. Здесь Россия и со своей стороны Финляндия, как лесная страна, могли бы весьма плодотворно сотрудничать. Спасибо, госпожа Брунила. Мой следующий вопрос может казаться немножко провокационным и неумеренно прямым, учитывая руководство лесной отрасли России довольно-таки состоит в основном из мужчин. То есть я не помню ни одной женщины в лесном секторе. Однако, да, министр женщина, вы абсолютно
правы, то есть уже женщины появляются, но в всяком случае не на хозяйственных должностях, не во главе предприятий. Принимают ли вас россияне всерьез, женщину в лесной отрасли? Как ведут себя россияне? Я думаю, лучше адресуйте этот вопрос нашим российским партнерам, но я считаю, что ко мне прислушивались и, как всегда, относились ко мне прекрасно. Спасибо. Очень важная информация для финнов. Теперь мы переходим дальше по нашей программе. Михаил Слепенчук, представитель несколько другой отрасли, смотрит на ЛПК глазами финансиста. Это генеральный директор финансовой компании «Метрополь», которая работает в основном, инвестируя в ЛПК. Пожалуйста, вам слово. Расскажите о точке зрения инвестора. Каковы возможности российского ЛПК? Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Спасибо за столь лестное представление. Тема моего сегодняшнего вступления немножко необычная. Я хочу попробовать дать ответ на вопрос, как инвестиционный банкир оказался на лесной сессии. Я действительно представляю инвестиционно-промышленную группу «Метрополь». Мы работаем с 95 года. Работаем преимущественно в финансовом бизнесе. И начиная с 2004 года у нас появилось новое направление. Это направление прямых инвестиций. Честно говоря, сегодня второй раз в Хельсинки за последние 17 лет. И перефразируя фразу, сегодня выступал вице-губернатор Санкт-Петербурга господин Севский. Он сказал: я уверен, что здесь присутствуют люди, которые обязательно побывали в Петербурге. Вот я уверен в том, что, находясь здесь, я уверен в том, что все побывали в Хельсинки. Что же меня привело сюда? Группа компаний «Метрополь» существует с 1995 года, и до 1998 года, до большого экономического кризиса, мы считали, что спекуляция – это наиболее прибыльный вид бизнеса, краткосрочные инвестиции с большой прибыльностью. Во время кризиса в России, я думаю, что многие финские компании от этого тоже пострадали, появилось другое суждение, что инвестор – это тот, кто не смог продать вовремя. То есть инвестор – это неудавшийся спекулянт. Мы были вынуждены много лет сидеть в ценных бумагах, пока не продали их. Это заставило нас немножко по-другому взглянуть на мир. Мы решили заняться прямыми инвестициями. На сегодняшний день у нас три основных блока. Можно следующий слайд, пожалуйста? У нас три основных блока бизнеса. Первый, левый столбик, самый главный, это инвестиционно-банковское направление. Сюда входит непосредственно финансовая компания «Метрополь». Она входит в десятку крупнейших компаний России по обороту. Оборот составляет около 30 миллиардов долларов в год. Сюда входит также коммерческий банк, управляющая компания, которая управляет четырьмя паевыми фондами, лизинговая компания, страховая компания. У нас есть компания, зарегистрированная в Великобритании, «Метрополь UK», которая является членом лондонской фондовой биржи, является маркетмейкером. У нас также есть компания европейского сообщества, зарегистрированная на Кипре, обладающая лицензией для работы на европейском рынке ценных бумаг. Таким образом, у нас имеется в наличии вся инфраструктура для работы на фондовом рынке. И мы оказываем нашим клиентам услуги по выводу их акций на рынок капитала или облигаций. У нас обширная международная деятельность. Если можно, предыдущий слайд. Мы работаем... Предыдущий. Да, спасибо. У нас есть представительство в Канаде, в Великобритании, во Франции, в Сербии, Конго, Киншаса, в Африке, Китае, в Японии. И, соответственно, накопился огромный опыт международного сотрудничества. То есть мы воспринимаем себя не только как компания, которая переводит с финансового языка на язык промышленников, но также компания, которая переводит с одной ментальности
на другую ментальность. Честно говоря, в отличие от всех предыдущих выступающих, мы не проинвестировали в лесную область ни одного рубля пока. Поэтому я задал вопрос, что, собственно, делаю на лесной сессии. Но у нас накопился огромный опыт по созданию новых компаний. Можно опять вернуться к предыдущему слайду, к следующему слайду. С нуля за последние 4 года мы создали крупнейшую в мире компанию по запасам полиметаллов, цинк и свинец. Компания называется MBC Resources. Компания занимает первое место по запасам цинка и третье место по запасам свинца. Сегодня эта компания оценивается международными экспертными инвестиционными банками, такими как JP Morgan, например, или HSBC, приблизительно миллиард двести миллионов долларов. Мы также приобрели, стали заниматься девелопментом, создали компанию девелоперскую «Метрополь 90». Существует она с 2005 года уже. И сегодня делаем огромный проект в Москве, около 1,5 миллиона квадратных метров, целый район на базе завода «Москвич». «Москвич», я думаю, даже в Финляндии был известен такой автомобиль. Автомобиль советского периода. Сейчас он уже не работает, но территория есть, это 23 гектара. Мы также активно этим занимаемся. Понятно, что как в первом случае, так и во втором случае требуются огромные инвестиции. И не строители, не майнинговые компании не в состоянии получить долгосрочные большие инвестиции. Вот в этом мы видим свою роль. Роль инвестиционного банка в привлечении капитала под создание новых проектов с уровня стартап или гринфилд. Наши месторождения расположены в республике Бурятия, это Байкальский регион. Это за, восточная часть Байкала. По западную руку от Байкала находится Иркутская область. Год назад мы обратили внимание на то, что географически нам выгоднее развиваться как бы кустами. И открыли свое представительство в Иркутской области. Можно следующий слайд. Почему выбрана Иркутская область? Иркутская область занимает второе место в России по запасам. Единственное, существует, опять же, вот спросили представители разных губерний, какой совет они могут дать финским инвесторам одной фразы. Было сказано, не бойтесь работать в России. Ну, надо бояться двух бед в России. Это испокон веков, это дороги и дураки. Правительство очень активно работает на то, чтобы эти две беды убрать. Вы знаете, что Россия сегодня, благодаря высоким ценам на энергоресурсы, выбилась в лидеры по финансам. Сегодня резервы Центрального банка Российской Федерации занимают третью позицию в мире. На первом месте Китай, на втором Япония, соответственно, Россия на третьем месте. Соответственно, создан российский фонд инвестиционный, который, задача которого входит в создание инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Поэтому те проекты в Восточной Сибири, которые найдут понимание в правительстве России, они, естественно, будут поддержаны инвестиционными деньгами российского правительства. У нас есть опыт. Совместно с компанией «ГидрогК» «Метрополь» создал корпорацию развития Забайкалья. Мы подали заявку в инвестиционный фонд России и успешно уже его прошли. Нам выделено 2,5 миллиарда рублей на создание проекта строительства железной дороги до наших месторождений, автомобильной дороги, а также линии электропередач. Таким образом, я хочу сказать, что эта система в России работает. Работает система по созданию дорог, инфраструктуры. Значит, с дорогами, я думаю, мы в ближайшее время в России этот вопрос решим. Что касается дураков. В России существует обширная программа по образованию. В советское время очень много внимания уделялось образованию, и те кадры, которые были выпущены в советский период, они реально обладают огромным интеллектуальным потенциалом. Но в силу тяжелого постсоветского периода очень многие уехали из страны, либо поменяли профессию. Я, например, по своему первому образованию географ, специалист по охране окружающей среды. При этом работаю финансистом.
На нашем примере мы заключили, например, договор с Санкт-Петербургским горным университетом, и ежегодно из Бурятии готовим 30 специалистов высококлассных для тех месторождений, которые осваиваем. Я думаю, по лесопромышленному комплексу Финляндия занимает первое место в мире по технологиям и по образованию, и необходимо наладить отношения между российскими вузами и финскими вузами по подготовке специалистов по лесу. Я также думаю, что в ближайшее время этот вопрос также будет решен. Таким образом, инвестировать в Россию можно и нужно. Единственное, необходимо иметь, конечно, хорошего партнера. Вы сегодня в начале вашего выступления сказали, что нужен лоцман. Я считаю, что инвестиционные банки – это тот самый лоцман в море российской экономики. Это надежные партнеры, которые пережили все кризисы. Что касается леса в Иркутской области. Мы создали совместное некоммерческое партнерство с Иркутской областью. Называется «Инвестиционная привлекательность Иркутской области». Сокращенно на звук банкир отреагирует, наверное, хорошо. Это IPO или IPO. И совместно с администрацией, ну, я думаю, что вот после меня будет выступающий представитель администрации Иркутской области, ведем переговоры по созданию понимания для инвесторов, каким образом можно работать. В качестве примера мы рассмотрели незанятые лесные площадки, никем не арендованные, и обнаружили огромную инвестиционную привлекательность именно лесного хозяйства Иркутской области. Я думаю, что это отдельная тема технического выступления по поводу, как это лучше сделать. Сейчас я хочу просто закончить свое выступление словами, что после 4 лет работы, 7 лет, простите, 12 лет работы, мы поняли, что инвестор – это удавшийся спекулянт. И желаю вам надежного лоцмана в море российской экономики. Спасибо. Спасибо. Kiitoksia, tämä oli hyvin mielenkiintoinen näkökulma. Спасибо вам за очень интересную точку зрения, взгляд на задачи и проблемы ЛПК. Вы говорили об Иркутске, не раз отметили. У нас здесь представители, здесь на панели, вице-губернатор Виктор Долгов из Иркутска. Знаем, что сырье, металл, энергоресурсы есть в Иркутской области, есть и огромные лесные запасы. Если не ошибаюсь, 23%, 12-13% лесных ресурсов приходится на Иркутскую область. Как область планирует их задействовать, осваивать? И есть ли, найдется ли здесь место, какая-то роль для финского ноу-хау? Виктор Долгов, пожалуйста. Я хотел бы представить не только, так сказать, свою точку зрения, но и, наверное, всей делегации Иркутской области, для чего мы, собственно, и приехали, для того, чтобы более подробно и более конкретно обсудить те инвестиционные проекты, о которых хотели бы рассказать и сегодня, и завтра на презентации Иркутской области. Действительно, здесь я бы хотел напомнить слова нашего великого мыслителя, пророка, светлейшего ума человека Михаила Ломоносова, что могущество России будет прирастать Сибирью. И мы действительно, Иркутская область располагает огромным лесным потенциалом, равных которому нет сегодня. Вот я бы хотел сразу попросить слайд, так сказать, разместить. Он достаточно подробно дает информацию о запасе лесных ресурсов. Порядка 9 миллиардов кубометров составляет запас древесины. У нас порядка, который располагается на 69 миллионах гектарах. Из них, значит, лесная площадь составляет порядка 62 гектар. И по объему заготовки, который составил в прошлом году 21
1 700 000, мы вышли на первое место по среди других субъектов Российской Федерации. Мы должны также отчетливо понимать, что именно возможность работать на возобновляемом ресурсе, коим является лес, это является, в общем-то, одним из серьезных преимуществ, так сказать, для конкурентных преимуществ именно в развитии лесозаготовки и лесопереработки древесины. И полагаю, что именно этот фактор является решающим, так сказать, среди всех направлений бизнеса, которые являются в области добычи и освоения недр, что лес является самым перспективным направлением. И мы вот в течение, скажем, последних лет достаточно активно занимались вопросами привлечения инвестиций. Почему? Ну, первое то, что структура использования заготовленной древесины на сегодняшний день нас не устраивает, честно говоря. Мы, хотя по сравнению опять же с другими субъектами Российской Федерации, мы достаточно имеем высокий процент. То есть в 2006 году мы перерабатывали порядка 65% всей заготовленной древесины. Причем на производство целлюлозы, четвертый слайд, пожалуйста, разместите. На производство целлюлозы где-то у нас тратится, используется 35%, на производство пиломатериалов 21%, на фанеру, ДВП и так далее, то есть на прочую лесопродукцию чуть более 8%. То есть эта структура использования древесины явным образом не устраивает нас сегодня. И мы хотели бы, конечно, изменить эту структуру и производства, и экспорта круглого леса. Мы в 2006 году отгрузили порядка 6 900 000 кубометров в круглом виде. И вот та реакция нашего президента, так сказать, на эту ситуацию, связанную с экспортом круглого леса не только в Китай, но и в другие страны, в том числе в Финляндии, конечно, значит, она насторожила, и были предприняты определенные шаги. Мы на сегодняшний день ставим задачу, так сказать, в Иркутской области как основное направление в лесопромышленном комплексе именно развитие предприятий, сориентированных на глубокую переработку древесины. И такое направление, так сказать, стратегическое направление развития лесопромышленного комплекса, которое прежде всего сегодня обусловлено как раз повышением, поэтапным повышением таможенных пошлин на вывоз круглого леса и одновременным снижением таможенных пошлин на вывоз лесопродукции более высокого передела. Это, так сказать, две составляющие. И, наконец, одна из составляющих, которая серьезным образом предопределяет, так сказать, развитие предприятий по глубокой переработке, то, что мы имеем сегодня возможность ввозить высокотехнологическое деревообрабатывающее, лесоперерабатывающее оборудование, а также лесоизготовительную дорожно-строительную технику, аналогов которой не производится, беспошлинно. Это, в общем-то, вот эти три направления, на мой взгляд, являются достаточными условиями, вернее, необходимыми условиями для развития бизнеса. Понятно, что те мощности, которые есть у нас на сегодняшний день, они явно, так сказать, сегодня нуждаются в обновлении, реконструкции и модернизации, потому что они были построены, если говорим о целлюлозных предприятиях, это прежде всего такие предприятия, как Усть-Илимские и Братские целлюлозные комбинаты, которые были построены, соответственно, в 70-80-х годах. Они требуют серьезной модернизации и реконструкции. И вот новая компания, вновь созданная компания группа «Илим» на базе активов International Paper и «Илим Палп» сегодня как раз имеет серьезное намерение по обновлению, так сказать, действующих мощностей по переработке древесины и производству целлюлозы. Пятый слайд, пожалуйста. Итак, в отличие от многих регионов России, Иркутская область имеет следующие конкурентные преимущества. Прежде всего, наличие высококачественного сырья, значительные дешевые топливные энергетические ресурсы, наличие водных, транспортных, энергетических ресурсов. Напомню, что у нас именно в Иркутской области есть самое большое пресноводное озеро Байкал. Мы имеем три водохранилища общей площадью более 40 000 квадратных километров, и которые способны производить порядка 9 гигаватт электроэнергии.
Мы располагаем сегодня сетью лесовозных дорог. Вот, кстати говоря, о дорогах. Действительно, эта проблема существует и для Иркутской области, поскольку на тысячу гектар где-то приходится у нас в Иркутской области около 1 километра дорог круглогодового действия. При этом мы знаем, что в Финляндии где-то порядка 40 километров на 1000 гектар приходится. Поэтому, конечно же, это самая серьезная проблема, которая сегодня должна решаться на государственном уровне. Мы имеем также, значит, Байкало-Амурскую магистраль, которая разрезает, так сказать, многие районы с запада на восток и имеется тем самым возможность, так сказать, освоения тех или иных участков. Я бы хотел здесь также сказать о следующем, что мы имеем к вопросу о бумагах, да, сегодня очень мощный у нас научный потенциал, которая занимается разработкой тех проектов по строительству предприятий по глубокой переработке древесины. И такие предприятия, как Гипроэлистранс, СИП-Гипробум, имеют большой, огромный опыт по проектированию предприятий глубокой переработки. Я думаю, что вот мы хорошо знаем такую проектную организация ЮКПРИ, которая давно сотрудничает, так сказать, со многими российскими предприятиями, имеет большой опыт по проектированию предприятий по глубокой переработке именно в России. Я думаю, что вот этот мощный потенциал, которым располагает Иркутская область, дает все возможности для развития нашего лесопромышленного комплекса. Я думаю, что в самое ближайшее время мы должны решить основную задачу, которую перед собой ставим, чтобы достичь 100% освоения всей заготавливаемой древесины. Сегодня мы уже продвинули достаточно серьезно, реализовав отдельные проекты на сумму 1,5 миллиарда долларов. Порядка 27 проектов реализовано. И сегодня есть такие проекты, которые, в общем-то, уже реализуются на территории Иркутской области и заслуживает очень серьезного такого внимания со стороны потенциальных инвесторов. Это предприятие, которое строится на территории Ускутского района. Это предприятие, которое сегодня строится ЛДК «Гирма» в Нижнеилимском районе. Те предприятия, которые сегодня занимаются модернизацией и реконструкцией, я о них уже говорил, это целлюлозное предприятие в Усть-Илимске и в Братске Иркутской области. И здесь я считаю, что было бы целесообразно предложить серьезный инвестиционный проект, который может быть интересен для наших финских партнеров. Речь идет о строительстве целлюлозно-бумажного комбината, значит, мощностью порядка 300 тысяч тонн в год, по строительству лесоперерабатывающего предприятия мощностью порядка 500 тысяч кубометров пиломатериала. То есть потенциал сегодня есть, и нам, конечно, необходимо его использовать в полной мере. Коротко завершая эту тему, хотелось бы обратить внимание, что мы действительно учимся перерабатывать нашу древесину, но полагаю, что вот совместное сотрудничество с финскими партнерами, которые имеют огромный исторический опыт в части ведения лесного бизнеса, было бы полезно, так сказать, такое сотрудничество для реализации имеющихся уже у нас инвестиционных проектов, которые некоторые из них мы будем представлять завтра на презентации Иркутской области, на которую я пользуюсь возможностью пригласить всех участников форума на эту презентацию, которая будет проходить в «Атласе», да? Да, зал «Атлас» в 10 часов утра начинается эта презентация. И просьба прийти послушать по тем инвестиционным проектам, которые будут завтра представлены. Спасибо. Kiitoksia. Tuo «Атлас-сали» on Sitran tiloissa tuolla Ruoholahdessa, siellä Tornin alakerrassa. В штаб-квартире Ситры. Действительно, все там приветствуются завтра. Все, кого интересует Иркутская область, и все, кто хочет искупаться в Байкале в мае месяце, когда сойдет лед. Есть ли кто это уже пробовал делать?
Вот это небольшое предвестие того, что будет завтра. Итак, мы поговорили о задачах и проблемах ЛПК. Многие вопросы остались, безусловно, без рассмотрения, но можно явно прочувствовать, что это такое направление, где есть потенциал, есть возможности, причем в огромном количестве. Много задействовано, но много еще не освоено. И здесь лишь под конец остается сказать, что, основываясь на финском опыте, глобальная конкурентоспособность ЛПК требует, чтобы все элементы, начиная от леса до конечной продукции, были мирового класса. Ни одно звено не должно отходить от этого принципа, иначе вся цепочка будет никуда не годной. Это как раз тот момент, который следует удерживать во внимании, обсуждая российский ЛПК и его развитие. Главное, чтобы все 100% этой технологической цепочки были на мировом уровне. И Финляндия здесь располагает важным для России опытом. Спасибо панелистам. Объявляю перерыв на кофе. 10 минут. Очень короткий перерыв. После этого мы нагоним наш график и сможем начать заключительную сессию точно вовремя. Спасибо.